Я почистила авокадо, теперь нужно его разрезать и достать косточку. Это часть тарак внизу. Нужно осторожненько, ножом, разрезать его. В принципе, не важно, как резать, главное, чтобы удобно было. Достать косточку. Ножик чувствует косточку. Осторожненько. Делаю я это в первый раз, поэтому строго не судите меня. Так. Надо как-то нам его. Раскрыть. Так, раскрываем. И вот видна косточка уже. Вот. Смотрите, косточка. Вот косточка. И мы ее теперь достанем. Кто-то это ложками достает. А я смогла достать вот быстренько эту косточку руками. Все. Вот авокадо в разрезе. Прошу прощения за мою ужасную веб-камеру. Качество, конечно, желает лучшего. На этом все. Всем пока.